Купите 7 свечей, можно и 10-15, больше, но не меньше 7. И ставьте по часовой стрелке слева направо. Первую свечу ставьте обязательно Богородица семистрельная. Она изображена на иконе 7 стрелами. С одной стороны 3 стрелы, с другой стороны 4. Вторую свечу нужно поставить об упокоении своих близких. Перечислите, пожалуйста, за кого ставите. Попросите Господа просить им их грехи, вольные и невольные. Третью свечу ставите врагам о здравии. И молите Господа о том, чтобы Он смягчил их сердца, и они не делали по отношению к вам плохих поступков, а также ставите о здравии себе, своим близким. Четвертую свечу ставите Божьей Матери Казанской. Это женское счастье, это семья, благополучие в доме. Пятую свечу ставьте Илье Пророку. Если нет такой иконы в храме, то мысленно на центр подсвечника поставьте, вот в центре храма ставьте туда. Это за благополучие. Вы молитесь этому святому. Шестую свечу ставьте Георгию Победоносцу за благополучное завершение какого-то дела. У каждого дело свое. И седьмая свеча Николаю Угоднику. Помощь